Ну что, мальчики и девочки, всем привет. Девочки, знаете, где я сейчас была? Блин, я сейчас ездила, короче, с Андрюшей погулять. Но у нас на улице такая холодрыга. Так холодно. Меня Андрей домой привез. Сам поехал по делам. Понимаете, поехал по делам. Не знаю, сколько градусов у нас. У меня, короче, супчик вкусненький. Мне даже, вот знаете, даже в машине, в пуховике холодно. Ой, да. Что-то меня покашлянуть захотелось. Сколько у нас градусов? Сейчас поглядим. Ой, минус 22 градуса. Вот видите, минус 22 градуса. Сегодня. Ночью будет 37 градусов, завтра ясно. 28 градусов, ночью 38. Офигеть, а в пятницу уже... 25, ночью 34. Холодно, холодно, но ничего. Рядом с тобой мне горячо. Всем приятного аппетита. Тут у меня сухарики. Супику. Сейчас они как раз растают. Вот так вот, целый-целый день мы, короче, с ним ездим. Ну, что, холодно. Приходится ему возить меня. Ну, как, он же все-таки мой мужик. Ну, как бы, вроде, любовь. Он меня любит все-таки. Вот так вот. Короче, девки, я такой пухан присмотрела. Стоит 5 косарей. Ну, думаю, заказывать, не заказывать. Там еще такие цвета красивые. Угу. Где? Ай, а чё? А чё это у меня интернета нет? Странно как-то. А почему где интернет? Что-то я не понял. Где Wi-Fi-то? О, Wi-Fi появился. Вот. Вот уже думаю, как это так? И это что хотела вас спросить? А что вам моя шапка-то не нравится? Шапка вроде как шапка. Красивая. Ну, знаете, это уж не вам выбирать. Какую мне шапку носить, какую нет. Во. Ну, смотрите. Вот такая прикольная же, да, пуховичок? Коротенький как раз. Карманы нравятся. И мех. Ну тут, конечно, капюшон не такой, как у черной. Но я думаю, шикарно. Цвет такой прикольный. Только, Теринка, шо у тебя все черное?
Здесь, короче, коричневая. Вот это еще такая, знаете, шикарная. Цвет, да? Ну, что такое? Вот думаю. Купить, не купить. Вот это второй вариант лучше, да? Пишите в комментариях. Ну, такой цвет. Не, такой цвет мне не нравится. Какой-то коричневый. Как раз мои размеры есть до 70-го размера. Нормально. Вот так вот. Так что, девки, думаю, покупать, не покупать. У меня, кстати, я даже сережки, представляете, сегодня сняла. Не, не сегодня, вчера. Челюсть болит. Вот. Челюсть болит, короче. Еще ухо начинает болеть. Сегодня, представляете, заехали в аптеку. Хотелось себе купить кетоново. Кетоново. А они говорят, по рецепту. Вот я какой по рецепту? Я вот так покупала. Ну, представляете, не продали. Ну, как это так? У нас, короче, на площади есть аптека Вита, по-моему. Ну, там я, короче, покупала таблетки. Вот там я покупала какие-то новые биты рецепта. А сегодня говорят, нет. В каких-то аптеках даже рецептов не требуют, а в каких-то требуют. Странно, да? Вот так вот. Кто-то меня спрашивает, приеду я в Крым 23 февраля, декабря, не знаю. Кто вам сказал, у того и спрашивайте. Это секрет фирмы. Приеду я, не приеду. А может да, а может нет. Ждите 23-24 декабря. Я тут вообще ни в чем ни при чем. Кто вам сказал, у того и спрашивайте. Да, Мандень? О, куда ты ускакала? Кошку мы накормили. Кошка сытая. Пол тарелки супа съела и поняла, что не солено. Представляете, да? Вот это же надо так. Ни хера себе, один соль бахнула. Много. Так-то я соль люблю. Я же говорю, надо это, когда мне все сделают, да? Я себе куплю жирную рыбу соленую, наварю ведро картошки,
и съем. Причем в одну харю. Вот как-то так. А вот представляете, у нас об Новый год тоже будет такая холодрыга. У нас даже по полу дует. Дует, короче, по полу. У нас когда тут газ сделали, не помню, больше 10 лет назад у нас газ провели, точнее сказать не могу, но не помню. Может, лет 15 назад. У нас стоял хороший котел газовый. Он проработал больше 10 лет. А потом, короче, накрылся. Ну, знаете, котлы не могут всю жизнь работать. Сейчас такие вещи делают, что они всю жизнь не работают. Мы поменяли котел, новый купили. Но это же все делается официально. Через газовую службу, через горгаз. Ну, как-то так, короче. Я точно не знаю, не я покупала. Покупала мама. Он у нас чуть-чуть поработал и накрылся. Да. Его, конечно, можно было бы по гарантии, да, сдать. Но по гарантии, если сдашь, это, короче, надо долго ждать. Ну, а как мы без котла будем, да, сидеть? У нас же дом встанет, замерзнет. Вот у нас чисто газ обогревает дом. Не, вот кто живет в Крыму, у них там тепло, конечно, снега нет. Мы что, на Урале живем? У нас и холодно, и снег валит. А мы, короче, с Андреем приехали. Тут, короче, стоит сосед. Че снег чистит? Под градусом. Под градусом стоит. Стоит и выебывается. Ну как еще сказать? Да я. Я могу я, ты хоть пьяный за руль не садись. Он говорит, ты что, Иринка, ну я же не совсем дурак. Чтобы пьяный за руль садиться. Ну, я говорю, ну хер, тебе знает. Вот так вот, девки, картошку я так и не пожарила, как хотела. Картошку по-деревенски, да ладно.
Можно завтра. Кстати, минус 22 градуса. Я даже в пуховике замерзла. Вот так вот бывает. Так ведь? Да, тут надо, короче, какие-то ватные штаны уже покупать. Шубу норковую. Хотя даже, знаете, сейчас шубы норковые делают, в них замерзнешь. Надо, короче, что-то думать. Хоть два пуховика одевай. Настоящий уральский мороз в Оптевке. Вот вы бы приехали к нам на Урал, вы бы офигели. Да. Ой. Что-то я не наелась. Ой, девочки, девочки. Ну, целый день что прокатались. Как что тут наешься-то, да? Вот. Проголодалась, оголодала. Делами занимались. Ну, вы как хотели. Женьки дел до конца декабря много. Ну, что думаете, все просто так? Нет, конечно. Ой! Девки в озере купались. Что-то резиновое нашли. Целый день они... Ладно. Вы знаете, наш уральский майонез, он такой вкусный. Вообще балдею. Вот так вот. Вкусно. Особенно с этой. И кратко с кем? Икра трески. Это такая обалденная штука, икра трески. Кушайте все, кушайте, девочки. Вот пока ешьте. А потом как говорится, а потом нечем будет есть, и чё? Там кто-то написал, что мне мороженое нельзя есть. А почему? Да тебе можно специально мороженое на сахар заменить. А, без сахара. Без сахара. А без сахара нет мороженого.
что нельзя-то? Все можно. Все можно, если осторожно. Как это божественно вкусно. Тут, короче, это в Чижик-Пыжик заходили в магазин. Там, короче, продается десерт. Ну, так какой мы в Крыму с Максимом брали, в Ашане. Что-то у нас стоит 60 рублей. Но там только ванильный. В Чижике. Вот был бы клубничный или еще там ореховый, я бы взяла. А ванильный не хочу. Ванильным чего мне не нравится. Ну так вот. Обалденно. Кусочек хлеба надо есть. У меня же маленький кусок хлеба. Маленький, ну ничего. А рядом с тобой у меня горячо. Печеньки остались. А печеньки это уже на десерт. Люблю я, короче, печенье в кофе махать. Блять, он в стакан не вылазит. Не так мягкий. Кстати, девки, вы заметили, у Иринки шея появилась. Вот видите? Я сижу, шея есть вот так вот. Появилась, опухлость спала. Опухлость спала. Ну, практически. Скоро уже шву снимать. Ну, сегодня с сестрой разговаривала. Она говорит, а когда тебе шву снимать-то? Я говорю, скоро. Она говорит, а как ты поешь? Я куда к Андрею повезет? Как? Андрюшка? Так вот. Вот. Ну так вот, хорошо, девки, я наелась. Было очень вкусно, низкокалорийно и полезно. Как говорится, едим и худеем. Ой.
Так что все, мальчики и девочки. Всем пока. Всем до свидания. Жрать пожрали, было очень вкусно и полезно. Кофе не хочу, ладно, потом допью. Я пойду немножко полежу. Ну что, я сегодня устала, сегодня это. Знаете, какой у меня был насыщенный день? Очень хороший был насыщенный день, а сейчас пошла я отдыхать. Все, всем пока-пока. Чао, бамбино, сеньорито.